Венза. Горы так освещаются, что кажется, что это картинка какая-то. Ой-ой! Буся, скажи, что такое? Что за лед? Не было. А Венза там уже охотится, что-то роет. Рыбу ловит в проруби. Венза, зачем пошла на лед? Иди сюда. Ну вот она и замерзла. Иди сюда. Иди сюда, иди. Ледокол. Собачий. Опа-опа, заскакивай сюда скорее на сушу. Лед трескает. Что, слышишь? Ко мне иди. Быстро. Зашли в болото. Веня, Веня, вылазь, замерзнешь. Венза, вылазь оттуда. Да ей нравится, там рыба какая-то. Лягушки. Охотничья собака. Можно за лягушками ходить. Не, Буся, да? В общем-то, у меня ноги точно так же себя чувствуют.
Вылазь оттуда. Побежали, ноги суши скорее. Пойдемте на солнышко. Ой, нельзя уж лапку потрогать. Такая дрыга, шмыга. Опа, вот вам все коготочки. Обезьяна на дерево забралась. Ну, она обезьяна, не иначе. Прыгает еще по каким-то веточкам тоненьким. Буся. Все. Карета подана. Пойдем домой. Нагулялись уже. Сколько? Миллион часов. Или ты загорать хочешь на солнышке? Разлеглась такая. Ой, королева ворчание. Здравствуйте. Пойдем уже, пойдем. Любительница, чтобы вы поуговаривали. Венза там уже вовсю в машине сидит. Пошли, пошли, пошли. Давай, не ворчи. Сколько недовольства. Нет, пойдем. Запрыгивай. Конечно, надо еще все понюхать. Надо мне сюда или не надо. Вообще... Одеяло хоть есть, потаскать можно. Да, давай, неси его. Выдернула у Венза из-под... Запинается. Упорный кот. Ладно, все, прогулка завершена. Надо, он сейчас пойдет в поля с одеялом жить. Оп. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо большое. Можно без одеяла вашего обойтись, без пледа? Здесь она впереди. Деловая. Себе там в багажнике постель организуете. У нас и так тут все хорошо. Без вашего пледа. Просто вот необходим он тебе, да?